Виталик. Видео так долго смотрит? Ну, сворачивается. А кто Наталья вырывается? Мизантроп? Понятие. Чё, мы кого ждём? Клёну мы ждём. Он дрочит опять. Я знаю, что я с поделаю. Иди помоги ему. Виталик, тебе помощь нужна? Да что там изучать видео, это, блядь, оно и так замедлено 3 раза. Кикните этого бомжа и возьмите, чтобы... Да. А чё вы сейчас стоите? Ну, из-за чего? Ну, мы обсуждаем. Кончили? Ждем, вы можете чуть подождать, сейчас на Рексис Навара зайдет, но мы его кнопки настроить как ему надо, вот поэтому он стоял, то что он не бил, потому что кнопки не настроены. Можем тебя поменять и все? Да не. Значит, ты иди играй. Виталик. До лича достроит, сейчас пусть отбегает просто и все, слышишь? Мы ждем пока что Виталика, я не знаю. Если он успеет до того, как Виталик придет, я не знаю, сколько времени. Виталя, ну... Ой, уже второй раз замечаю, как Валера на Рексис с твоему каску на ребре не бафнули. Он бегал, короче, из луж выходил. Но вообще ноль урона нанес. Напишите, сейчас, пожалуйста, макросы Навара в РК, а то я без макросов играю, а Валера не может без макросов. И сейчас, короче, был варом, кнопки были не настроены, тоже ноль урона нанес, блять. Ну что за пидороснея с вами такая происходит? Ты же вроде нормальный человек был. Теперь ты боссов не бьешь, если каску не баф. Мы не Валеру ждем. Мы ждем Клёну. Да кикни этого дебила, на самом деле, возьми лучше ШП. Блин, можно без обзывательств? Я могу сказать, что ты дебил, а он нормальный пацан. Обида. Бывает. Давайте ему кикнем, он сейчас придет. Смотри. Давай. Че, никто макросы не покажи. Пасека мне дадите. Напишите макросы, Егор. Макросов? Какие то макросы, Навары, ты издеваешься? Да я хуй знаю, какие там варианты. На удар героя только, и все. Ну ты можешь все вручную прописать. Ну типа я без них играю, я, блядь, УГ я вручную знаю. Сейчас он вылетит и начнем 24, короче. А что ты, кстати, того шипа не возьмешь? 24, вон там 21 хотел. Начать типа с ним, если мы никого сумонить не будем. И... Ну, треснуть его еще. Ну, я бы уже гикнул, поэтому... Давайте тыкайте шка. Вон, берите Синдина, он хотел. Ладно, давайте. Ты сказал, что он зайдет. Тыкните. Пряник, там Синдин уже. Нам не нужен танк, просто понял. Все, давайте бафы. Бахайте его быстро и погнали. Спасибо, что помогаешь мне, но не стоит. Лапку дайте, лапку уже дали. Мало времени. Нормально, давайте чекнем последний раз. Роял, носок, Рома, Рома. Все, все готовы, пойдем. Престиж, жмите кольцо. Скайтесь, кто там, самогон, прием. Валера или самогон, не знаю, кто там сидит. Давай, короче, войд будем таунтить, когда встали за спину уже. Один хил магия. Лики, можете на 7 стаков постакать. Встаньте все в рейд только. Не надо хлопать. И вообще стакать ничего не надо. Беги, малыш,
Только беги! Чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите! О, на, диджей. Два хила магия. Придам. Да дали тебе, не ори. Давайте метки спускайтесь. Только раньше набирайте между собой. Ну да. Что вы вместе стоите там? Ло, маг и лог. Ослы. Справа около лестницы. Давайте крайние склепы. Прист, алло, прист. Почему ты не умер? А ты в склепе просто так прыгнул. Да, да, да. Нормально. Породистый ГЦ, по центру падает. Хутей, рейсинж породиство. Угу. Цельный склеп. Там же почти, только левее, правее точнее. Породистый, вставай, захильте породиство. Бафы дал каску, она будет отворачивать синдру. Разбивайте склепы. Джерион, давай гим на хп. Все, отлично. Даже можно было не давать. Да ладно, один хил магия, милики там, 6 стаков. Почему шипешка не фармит миллион стаков и не перебегает на ту сторону и жмут тучку? Один хил магия. Три хила магия, четыре хила, давайте, милики, ничего не стакайте. Будет каплю дал. Носок, не копи, 4 хила со стаком. Все, уже нету, один хил. Соло, не хиль. Выносите. Отлично, приморозился. Тут сори, надо было отойти срочно. Да мы тебя поменяли. Не, бьем. Подбивайте склеп до 50%. На кого левый, меня левый, дальний. На Ракшаза. Родистый, уже двойной ГП. Рома, потом лестнишь его. Талик, помнишь, ты мне говорил, что я АФК часто стал на трэш? Тихо, тихо, тихо. И что? Соло, а давай гимн на отхил. Хил. Соло, гимн на отхил. Да заткнитесь, пожалуйста. Ты не охуел, Ром? Привет, друзья. Привет, друг. Джей, лестни, породиство. И уйди из рейда, чтобы хлопнуть. Эти бафы по охотнику. Крест, кулак, паладины. Пристабаф, присты. Лапу, друиды. И интеллект, маги. Рога. Спасибо. Бойда, захильте. 17. Скоро вторая фаза. Джей. Кружочек, встаньте все в звезду. Милики в звезду. Роял, ты остаешься. Склеп можете моментально разбить. Станьте все за склеп, не хлопайте, вообще не копите ничего. Бейте склеп. Волшебная под лапу. Последний фридом. Не дается. Не бейте склеп, не бейте. Зачем вы бьете склеп? Отойдите оттуда. Не бейте, конченые. Все, разбивайте носок под лапу. Боже, 5 стаков. Все, бейте, бейте, бейте. Волшебная. Дай мне пать. Подожди, босса бьем. Столбу маны. Маны мизантроп, столбу залей. Индин, дай гимн на ману. Носок под лапу. Так, разбивайте склеп. Дайте рост потом.
Загинь меня под лапу. Милики, чего вы там стоите? Алё, носок, прием. Конченый. Бейте склепы. Отойдите, на ком? Кого разбили? Отбегай. Отбегай, кого разбили. Алё. Да. Сакру. Паял-то, отошли, милики. Милики, отошли, пожалуйста, милики. Конченые милики. Давайте разбиваемся слепо. Быстрее разбивайте. Следующий тоже под лапу. Экстрема под лапу. Милики, отойдите. Ой, беда. Ауе, ауе, все нормально. Это лол. Заливайте, ауе, пробуйте. Все присты, все пристыгнем над хил. Пристыгнем над хил, давайте. Мизантроп, метка. Беги, беги. Давайте, гимны над хил. Над хил. Я бегу, бегу. Пробуем, живем. Джей под лапу. Не, я не могу, у меня дохуя стаков. Стой тут, стой тут. Хилься, я тебе каплю дал. Блять, ну почему так языком? Что, охуеть, я выжил. А я сейчас умру, на мне 20 стаков. Да, беда. Отбежали, отбежали, отбежали. Войд, прожмись. Мизантроп, ресни Джея. Быстрее ресай. Породистый под лапу, дайте ему баф, красную каплю породистому, быстрее. Все, чего похуй, да? Да, насрать на чего. Скидываемся стаки. Бафы по друида. Все, я скинул стаки, разбивайте склеп. Сок под лапу. Алло. Алло. Забрал, забрал. Не алокай. Разбивайте склеп. Со скинул? Боль под лапу. Боль. Беги быстрее. Фу. Бейте склеп, он протанется. Да, все, добивайте, просите в сторону, добивайте. Прости, выйди в сторону, пожалуйста. Тарик. Так. Теперь. Кто там породистый? Держи заслуженные 200 гп. Потом носок. Держи заслуженные 100 гп. И экстрема твои тоже 200 гп. Почему? Меня кто-то откинул. Тебя откинул, синдебосс. Надо вставать под лапу, а не под хвостик. Алло, я стояла под передней лапой. Там как... Вообще-то. Дай тебе объяснить. Ты мне дашь спать или уже все? Там как... Ну, присыни. Красный кружочек забегаешь близко к боссу, то тебя может хвост откинуть. Нужно, не добегая красного кружочка, 5 метров стоять. Знаешь, что такое красный кружочек под боссом? Да. Вот, все. Так, завивать ли рольте? Кто получал за вас токен? Уже не ролит, кто получал. Точно? Мне кажется, боль получал. Боль, я сролил с болью, и мне дали. Значит, соло выигрывает. А, обычный получал. Я про героический токен. Никто не получал за вас? Боль не получал, это тоже не получал с кола. Соло тоже. Это слышишь, скинешь мне 2 токена, ладно, не забудь только. Окей. Я отойду буквально на минуту. Смоните меня, пожалуйста. Так. Талик, а ты хочешь рейд? Конечно, хочу, я там был. Синдин, попрошу вас выйти с инста. Я накину тебе ИПС за синдром. Как он за синдром, кто-то шарит? 300, да, наверное? Да ты угораешь. Если ты ему накинешь, то у Виталика придется отнять. Ну, отниму Виталика, значит. Да, блин. Ну нахуя вы меня поменяли? Потому что долго фукашил. Ну мне срочно надо было отойти, я бы... Ну блин, пришел, и вы меня бэрнули, и все. Я сказал в РК, АФК.
Я не слышу. На то, что мне братанчик говорит, что типа я на каждом боссе ФК-шу Рома, я танчил тут все боссы, блядь. Не, ну, я не про на которых я просто... Ну, рейды, когда я ИРЛю, понял, ты на каждом боссе, Виталик, на каждом... Не знаю, мне кажется, ты нехорошо сейчас с Синдином так поступаешь, типа, взял на одного босса. Ну, как? Ему на КД, наверное, пофиг, Синдин, тебе ж пофиг на КД. Если что, я тебе дам плеста погонять. Там не говорят. Вот спросили его сначала, основном, пофиг ему или нет. Там может заполнено подземелье, не сумоньте. Там не говорят Виталик, там говорят цет зверей, там кис. А мне приятно ники это слышать. Я же на трэшах не ФКшу. Мне говорят по нику, я захожу. Я привык всем Виталиком называть. Прикольно, как говорят, Аллах Акбар там, короче. И мне прикольно, Сон-бар. И с Иманом. Все, он ушел, давай, снимемся. Откуда мне сумониться? С под дверями? Блять, под дверью. Сумонься. Я тут. Все, Синди написал, что без обид, но все равно лич не нужен, поэтому я нормально. Домам, давайте чек на пул. Посмотрел, у него они все шмотки освещенные, не могут уже не токи. А с чем F5 хилов? Джей, спекайся СУ. Хотя, блин, вы захилите вчетвером вместе с Хтейм? Захилит они, конечно. Ну, там три не так себе, лучше бы Джей похилил. Нормально. Из сокетов нет, лучше бы Джей похилил. У нас будет три инера. Да нет, у меня Войда, я вообще не спрашивал, да ладно. Вот конченый. Конченый. Чё, Дима? Вообще без проблем. Давайте чек на пул. Я тут. Круто. Рома, готов? Джей. Почему вы меня все игнорируете? Вы меня слышите? Вот сейчас слышим. Вот сейчас слышим, до этого не слышим. Может быть, приз спекнется в ШП, а я в Сову, ой, в Эрдру? Зачем? Ну там, ну, пизда, там полтора кила. Плохая идея, я запустил. Пизда. Хотя ДЦ хороший. ДЦ подиспелишь, короче. Да, да, конечно. Отлично, дал ассиста. Ладно, никому ассиста не дам. Найди вам звездочку. Макрос на удаление камеры скиньте, пожалуйста. Там спрашивают, что по станам. Ой, уважаемый. Да, точно, спасибо, что вы напомнили. Джей, по станам волшебно кружочек, герцогиня ромбик, я трусы. Да я не читаю чат, блин. Либо в телефоне зависаю, либо сворачиваюсь, ну, типа ВРК слушаю вас. Я сейчас на тебя повешу, короче, на третий. Да не, не стоит, на третий лучше повесить СС на Хотея и на Войд Кнайта. Давай, удела на Хотея, а больно этого Войда. Бейте лича и следите за ловушками. Спасибо за макрос. Отлично. Милики, ловушка. РТД, стойте на месте. Сейчас чума будет, смотрите. Косина. Диспел. Милики, ловушка. Проходите, РТД. РДД, ловушка, стойте, милики. Проел. РДД, ловушка.
На мне ловушка, проходите. Бел, носи ты только аккуратно. Диспельте его. Диспельте, парейд. Да, парейд тоже диспельте. РД, РД, проходите. Сколько там процентов? 76, боже мой, как много. Красную каплю герцогиня на меня кинь. Милики ловушка, ввожу трэш. Почему он здесь пелил? Все, уходите на край, дал сакру. Давайте тотемы, шманы. Давай, гейм. ШП, ХП. Лас, я по дисплею забираю себе духов. Потом лича заберу, ты духа танчишь. Рома, залей лесин тотемы, маны. Я заливал столбу уже. Ладно. Могу залить столбу. Здесь не тотему залейте, да, чтобы у него 100% было. Вот. Я ему заливал. Все, у всех хилов по 100%, потом столбу кидайте иннер. Вот, забирай. Сферу, ШП, ханты разбейте, пожалуйста. Заберу лича, не переживай. Давайте все звездочку. Рост нет. Все, теперь давайте рост, да, забираем лича. Встаем в звезду, станы, как говорил. Милики, оскорбления, отойдите. Минентор. Отлично, разбивайте трусы и ромбик. Все, ромбик добили, лича на центр. РДД, а, все, давайте, идемся. Сейчас звезду на себе повешу. Вон, звездочку вставайте. На печеньку стан КД будет. Я в курсе. Носок, ты застанешь круг. А, клёна, ты застанешь ромбик. Я застану, застану трусы. Кто там? Понятно. Понятно. Выпрыгивайте с оскорнения. Давайте бейте двух валь в центре. Трусы сейчас застаню. Эти трусы, трусы бейте. Гнев небес, дайте хотя бы. Я давал. Все, отлично. Оскорнение, РДД в рейндж, разойдитесь, милики тоже. Идем все потом за лечом, Леонна. Беда оскорнения. Печеньку стану не будет. Я знаю. Сок, дашь печеньки стан. Давайте все звезду быстрее. Быстрее. Станьте печеньку, кокосину, самогона. Давайте бейте, Валь. Все, круг, круг, быстрее. Не, круг улетает, бейте, ромб, ромб, бейте. Кружив, нормально. Ну, трусы уже не спасти, улетай. Давайте лича в центр. Так, там сейчас вали будет. Вставайте все звезду. Быстрее, рейд в звездочку. Сова, клёна, в звезду. Меня слышно, прием? Да. Талик. Что? Таны. Давайте, трусы бьем обязательно. Беда, скорни. Почему не портанул? Роял тумер, печаль, беда. Минус 4. Давайте, разобьете круг, продолжаем.
Все, нет, падаем. Там ДПС не хватает, по-моему, Валик, да? Мозгов не хватает, Валик, а не ДПС. Да. Валик хватает мозгов. Сейчас скажу, и будем точно разбивать Валик. Сейчас долетим только до Лича. Да тут уже рез на всех. Локи, не покидайте тело. Тут... ДПС нормальный. Так, Ракшас, давай на ШП обратно. Синдин, да, Роял, давай, уходи. Ты чё, он первый ПДПС? Ну и что, ему надо уходить, чё, держать его буду. Синдин будет первый ПДПС. Так, посмотрим, какой самогон. Самогон, ты будешь дамажить? Кто там на самогоне сейчас? Я же во всех валькирах был, что ты гонишь, что ли? Ладно. Почему у Прости 2,2 миллиона огненный шар набил, а у Шадармор на 1,1 миллион? Это что значит? Это какая-то хуйня. Это значит, что Шадармор два раза меньше набил. Нет. Нет, Олег. Это значит вот набил. Такой ДПС. Кто-то мощи дотает, а кто-то шариком бьет просто. А, кто-то бьет валькир, а кто-то вешает глыбу на мертвых валькир, или что, блядь, получается? Ну ты видишь, дотит. По валям у него 2,2 миллиона, у второго места лям 200. Ну, лям 300. Вижу, может нам не хватает ДПС не только из-за Джериона, а из-за вот таких вот моментов? Сейчас будет хватать ДПСа после этого трайпа, я посмотрю, кто не бьет валькир точно. Ну, кто бьет мертвых валькир, бомбы, накину ГП. Кто бьет градом стрел, там валькир тоже ГП накину мертвых. Таунтит валькир сверху, тоже ГП накину ретриком. Как можно таунтить? Придется псиво накидывать за вчерашние целка, за бомбы. Ну, это было... Ну, мы там, никто не улетал, так что нормально. ПШПшкам давайте, Deadminded, ты будешь кидать пытку сразу в круг, как Осина, будешь пытку кидать сразу в ромб, Синдин в... Да. Не, Минелтрон, да. Будешь кидать в трусы, короче, сразу в пытку. Не, ну, далеко, да. Все, Ситут, давайте фул... Нет, стопы, не все, 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 бафаем. Виталика, ты станил, Валик? Я сказал. Да, но только того реновским станом. На вторых, ты сказал. Да-да-да, на вторых. Бутушку. Сейчас рыбу поем. Мне нравится, когда Shadow Morn пишет, что кидает глыбу от прока, но у него глыбы всего лям 30 нанесли урона, да? Бейте точечно, валькир, пожалуйста. И мультидоти. Почему? Ну ты что же козырь, ну ты же нормальный пацан, это ж козырь Шадоуморн, или кто это? Да. Ну нахуя вы пишете «замени меня», когда тебе какую-то претензию сказали? Почему просто нормально не начать бить, блять? Или дать пизды психу. А почему Клёна обогнал Джея по ДПС? Потому что он лучше меня ДПСит, наверное, а я в вальках еще летал, нет? Блин, ну Рома, походу, такой себе игрок. Джей Эрдру. Не, не он, сова. Просто хочу, чтобы он написал «замените меня, пожалуйста, в чат». Рома, пиши, блядь, мне, замените это. Или нет, не поймем, что делать. Все, идите все по местам, вон он, звездочка. Есть сова, 6 минут, могу зайти. Напиши, пожалуйста, «замени тебя», ну, «замени меня» и «Шадоу Морна», прям, пиши под диктовку. Типа, замени, замените, пожалуйста, меня, братана. Ёбка, Шадоу Морн там.
Я же мульт уйду, то это быстрее бафаться. Самогон готов? Все, все готовы, запустил бича. У нас по 5 минут уходит, так чтобы добежать и пробафаться. Уважаемый разбойник просит кулак. Паладины, обратите внимание, пожалуйста. На нем есть кулак. Уважаемый Джей, обратите внимание. Почему ты кастуешь боком? Ты читер? Можно делать? Да, вообще. Блин, нихера себе. Я не могу, смотри, что со мной? Голосую за кик с гильдии Шана на ХП. Мне кажется, от недохила сдохли просто. Выпейте фланские на ДД, уважаемые ДД. Все баночки убивайте. У меня нету ее, пейте фланские. Фатки ДПС, вам ГП. Кто не выпил фласку? Дай фласку, блядь. Нет, ты идешь с фуриком, 6 КГС, ты хочешь, чтобы я тебе фласку еще давал. Без фласки еще идешь, хорош. Ты же раньше давал всегда. Это был на анбафе. Нет, раньше. Ну когда в рейде было очень много вагонов. РДД ловушка, милики, стойте на месте. Клёна. Зато откинул. РДД ловушка. Сука, станьте в звезду, вы что, дно? ДД. Волшебный выноси. Беда, ну хотя бы дисплейте ее. Мизантроп, привези волшебную. ДД ловушка. Мизантроп, привези ее, только из лавы. Вставай сразу. Давай, дайте бафы по паладину. Снимаешь мне трешку? Нет. Ничего, пока. ДД. Стой, затанчить, не умереть. Не спай. Ну, кидай периодически, хотя бы мостал. Ну, все равно переагривай, я ничего не сделаю. Это милики. Хоть с РТД забери. Я пытаюсь это делать, не видишь, вы тоже агрите звездопадом их. Милики, ловушка на танке, проходите. ГЦ волшебная. Что, переведете там 1%? Все, уходите на край Далсакру. Минус 2. Давайте бейте, пробуем. Может БР? А, они улетели, кого ты бернишь? А, окей, сорян. Мне кажется, носок начал просто с канобом дружить и колоть над свайпом губы. Почему вурдалаки не умирают? Звездопад КД. Все, я освободился наконец-таки. Бейте только все валь, если вы не будете бить валь, мы все умрем. Серьезно? Зомби, серьезно, боже мой. Бейте духа. Старого духа бейте, старого духа. На пульте нового духа, на Войда. Когда первый сезон, да, ходячих смотришь, тоже такая реакция. Зомби, серьезно? Там Карл умер, это беда. Не хватаешь? Да-да-да. Я не досмотрел до туда, спасибо. Он тебя наебал. Идите все в звездочку, встаньте. Забирали сейчас меня. Один лок, великолепно. Бьем две вали в центре. Зачем вы трусы застанили, конченые паладины? Идите круг. Трусы сова.
Что-то со сквернением было такое, блядь, из магии. Знаю. Кто из ретриков застанил мою Валю? Вы конченые просто, великолепие, молодцы. Так, у нас теперь два стана, герцогиня, ты станешь круг. Естественно, у тебя нету стана. Я вижу, это он или она, я не знаю. Вставайте все в звезду, кружочек станет рога. Роги тоже нету, прекрасно. Мизантроп, станешь круг, и я застаню кого. Оскорение крону выносите. Боже мой, на мне оскорнение. Беда, вы видели, я выбежал. Так, как убьем все ромб. Ромбик бейте, застанил ромбик. Кого это не доставит? Тоже с фигней. Ладно, все, падаем. Надо мне ГП начислить. Че падаем? Ну, минус 2 улетело, ну херен с ним. Ну там вот упал. Так. Лок улетел, блядь. Да они зашли и упали. Лок улетел? Нет, он, наверное, зашел, упал. Но я имею в виду, что у нас было минус 2, и сейчас минус 2 на первых, вторых валях. Ну и хрен с ними, и че, минус 4. Смотри, минус 2 на ловушке. И сейчас минус 2 было бы на валях. Потом еще было бы минус 2 на валях. Мы потратили бербы еще. Полтора на ловушке, потому что волшебно. Как бы волшебно, да? Ну и сейчас минус полтора на валях. Как это волшебно бы не звучало. Меня разбили, кстати. Ромбик успели разбить. Так я вообще бил, братан. Что-то. Красава. Не, я в двух пальках летел, звездопад так и не нажал, короче. Умер, если звездопад без КД был. У тебя должен быть КД, звездопад. Ну я, под валькиру оставляю, пацан. Не, короче, нет, если у тебя валя хватает и звездопад у тебя включен, то он все равно будет дамажить, кстати. Вальки резнуть. Ну, как и вихри, когда ты в ПВП играешь. Как резнуться можно? Слышь, а, псих, а, возьми вместо Вудиалина. Вместо кого взять? Вместо Вудиалина. Мне писал этому Джерри, он в рейд брался, у меня времени 2 часа. Ладно. Я и так здесь уже больше. Ренюал, заходи на демона. Вам шкафчик. Меня а че, Вудиалин демон был? Ну, просто там боль хуёво дамажит, а Вудиалин нормально дамажит. Не зайду, демон. Вон Варенька хочет меня заменить. Он пускай Варенька зайдет. Да нам афлик нужен, демон у нас есть. Боль же демон с дровосеком хуёвым спеки. Ну, ну демон, тотем, это лема, блядь, понимаешь? Че, накинь мне 2К, давайте удачу. Ну ты ливнул, а ты говоришь, накинь 2К. В смысле, я говорил, что у меня время 2 часа. Я два, имею в виду искать тебя сейчас. Ой, пожалуйста, выделаешься. Бибоп, зайди на кого-нибудь, пододышишь. Я на Вару зайду. Давай. Блять, где-то правило, что если одеваешь с рейда, то как бы все. Но он предупреждал. Ну. Согласен. Есть вообще смысл гомосека включать в демон? Нет. Есть смысл качать дровосека и вызывать беса. Там он Макси при. Качать и вызывать беса. Не знаю. Тихо, у тебя с ДБМом все нормально? Да, я выскочил, у меня поход залагало, но я вынес оскорнение. Да нет, почему-то пишет надо мной, а оскорнение не на мне, понял? Или это опять... Так при чем тут его ДБМ? Ты тупой, что ли? Если чё, над тобой пишет не его ДБМ, а твой. А в рейд, ворот. То же самое. Два ваших ДБМа пишут. Да. Все, ты тут, не? О, Асион он раздуплился. Так, боль, давай, ты тогда тоже пойдешь отдохнешь. Я накинул тебе ГП, конечно. Так, боль лок, который возвращается, что ты его кикаешь? Ну, я возьму нормального демона. Зачем вешать нормальному демону КД, если там, ну, типа... У нас что, мало демонов, что ли, в гильдии? У нас что, в ДПСе проблема или в чем?
Ты просто припаешься, там есть пацаны, которые поменьше боли дамаг. Если нам... Ну, блин, боль дает еще СПД рейду. Он даст 200 СПД, и, соответственно, что там, у нас пол рейда СПДшников, сколько они будут дамажить? Так только что не боль была демоном. Ну, и то... Боль да, был да. демоном, в идеале был Афликом. Ну смотри, ладно, Боль, оставайся, он ливнул уже. Не уходи никуда. Давай, баф раздадим. Согласен. Базарно. Есть у кого-то фласочка на СПД, пожалуйста? Куплю. Суманить, пожалуйста. Если у нас проблема с ДПСом, там есть кого, ну, поменять, попросить зайти. У нас нету проблемы с ДПСом, у нас есть проблемы с улетом на ловушках и с вынесом сохранения. Да нет, у нас с ДПСом есть проблемы. У нас когда были проблемы с ДПСом в адептах, что мы делали? Мы поменяли пацанов из ДКГС. Мы не пускали вторых валик. Я до сих пор так делаю, я их всегда отпускаю. Ну все, значит сейчас мы будем отпускать вторых валик, кроме хилов. Дима, нахуй это цирк вообще? Камни встал, блядь, и тебе не надо будут фласки. Все, вы все тут. Нет, вы все тут стыкните. Сотни, давайте чек на пул. Он уже в три шмотки можно вставить камни. Прочь-то самогон. Все, купить слегка. Можно за ганду сапоги нормально. Стил, лича, самогон. О, давайте фуриков, что значит, на валик будет вообще великолепно, чтобы они замедляли. Самогон, ты, короче, кружок бьешь, хибискус, ромбик, а бибоп, трусы. Замедляйте валик, подрезать сухожилие, у вас есть такая способность. Вторых валик мы будем отпускать все хилы и протопал в центр. Какую валю замедляешь? Печеньку? Круг, да, круг. На вторых вальках все хилы в центр, я в центр, Джей в центр, Клёна в центр, и все. Все остальные нахрен уходите. Там зачем ты три совы туда в центр лупашишь? Две совы. Ладно, меня, они-то там что забыли? Ну на Джей звездочка просто. Далек, тут хлопуз, блядь. Сейчас Виталий улетит, блядь. Похуй, что в центр. Боже, я лагаю. Пацаны. Ничего, еще нету пока, мол. Бейте УЕ, а потом говорите забрать мне как-то мобов. Вы кончены. Что, дно не можешь РДД, мобов забрать? Вы убьете РДД, а УЕ точнее. Что я сделаю? Боль выносите. Ну диспельте! Джей, резай боль, только когда перебежим. Давай резай, Ромка, Ромашка. Сейчас заражение, 5 секунд заражения, вставай быстрее. РТД ловушка. Мизантроп, выноси. Диспел мизантропа, молодцы. РДД ловушка. Плеча ближе, спасибо. РДД. Соло, выноси, сам себя диспель. Все, молодец. Боже мой, сколько процентов. Давайте аккуратно, смещайтесь. Милики, стойте, РДД ловушка. Милики РДД. Ну вы кончены, я же сказал РДД ловушка. А чё вы не... Нет, он сказал милики ловушка, но надо было отойти как бы. Я сказал, что? В РДД было, все правильно, он сказал, я поздно заметил, начал двигаться поздно. Да ты тут при чем? Там тормозы были. Ну, мы сорвали-то понятно кто. Беда, падаем. Будет вторую видюшку, смотри. Прям ценная будет. Да какая видюшка? Нахуй это надо?
Там, блядь, 20 человек улетело. Бля, ты тоже улетел? Нет. Там интересно, кто взорвал? Да похуй, там не видно, кто взорвал. Я видел. Ты релогнись, у тебя просто каждая ловушка показывает, что она на БДК, блядь. Кому релогнуться? Я же говорю, на кого ловушка. Псих, ты релогался? Нет, зачем мне релогаться? Да релогайся, у тебя просто каждую ловушку ДБМ показывает на БДК. Меня, да. Ну, я релог... Не, подожди, слушайте, ВРК, когда я говорю, на кого ловушка. В ДБМе, да? А не глазками, блядь. Не, ну глазками-то можно, но там реально милики подгоняются. Они в натуре в бок выбегают, я смотрю, угораю над ними. При чем тут милики улетели чистые РДД? Что вы сейчас вообще разговариваете? А на том, что ДПС дают мало из-за этого. Да, красава. То есть они просто цикливые, что уходят всегда, да? Хуяк с конвоидом показывает эта хуйня, и все милики сразу по сторонам такие, а потом хуяк с ловушкой, нихуя не там. С другой стороны... Я бы, честно, тоже так делал за милика. А давайте все за миликов зайдем. Нахуй эти РДД будем в одной... А мы когда на X5 когда-то были, короче, в 10 гер... А, в 10N мы были, у нас не было ни одного РДД. И шары били вар, короче, кидал топор, ДК койлами бил, и я с шаманом хилом бил шары, которые к нам летят. Не пизди, там маг еще был, Славик, который бил эти шары. Нет, Славик сдох, и люли... Ну, вообще, я помню, у нас не было ни одного РДД. Ай, кто? Вы конченый, короче, я понял. Давайте разберемся. ДБМ пишет сверху, на кого кидается ловушка. Это первое. Получается, милики могут сами смотреть, на кого кидается ловушка. Второе, короче, я озвучу РК, на кого кидается ловушка. На моем сей-чате теневая ловушка на мне пишет Void Knight. Твой это ДБМ тоже пишет. Это в сей-чате. Я прошу не в сей-чат смотреть, а в центр экрана. Супер. А не проще смотреть на анимацию лича, куда он направляет ловушку? Ну да, он этого и хотел. Либо да, за миликов. Вы когда вы же бьете постоянно лича. Лич, когда смешно ловушку, выбирает. Видно там летящая черная плюха, такая кирю, РДД зону или в мили зону. Прист в пятой группе просит страховать его с чумой. Может, мы поменяем диспелящего человека? Потому что они сейчас все втроем будут страховать. Почему мне смешно? Лесни до темпа диспелишь. Пятый час рейда, блядь. Отлично. Какой пятый? Мы начали 8 часов, посчитай. Как будто Войда рейд. Просто идем, блядь. Вообще не говори, блядь. Начали 8 часов, пятый час. Да в 7 вы начали. Мы не в 7 начали. Да иди в жопу. 8. 9. 7. Отлично, подиспели Джерион, Лизнитотем хиль. Джерион, Лизнитотем. Может, пускай он лучше подамажит? Да не, пусть диспелит и дамажит. Все, давайте фуллбок. Поставьте Джиса, пожалуйста, починиться надо. Не, Виталик, пожалуйста. Где? Че? Кому не хватает каски? Аллах Акбар. Бог, вижу Дживса, сейчас подождите. С кем ты споришь, Войд? Давай, если ты заирелишь... Не, если ты не заирелишь... Нет, то... спасибо. Ты кидаешь 20 голды, 20 голды. Я не дам этому бомжу ирелить. Если нет, то я тебе дам 20к. Да были у меня 20к. Рома, займи 20к. Тыкните, Сумон. На месяц.
2. Понимаешь, как что это невозможно, что любой человек, который с тобой спорит, он зайдет в ловушку просто там или лужу нальет, да и все. Да я не спорю ничего. Да нет, никто не будет заливать ловушку или там лужу. Мосика, Косина, я тебя с умом не пишет, ждите ответа. Тут, ну просто, ну как ситуация как с шестичасовым СЛК. Тоже, 10 вайпов на Личе, Джерион 2 КГС. Нет, ему WhatsApp говорит, на что. О, прийти. Ты можешь заткнуться, Войд, пожалуйста? Да, все, спасибо. Такой пидор именно, если честно, вот по поводу того, что всегда он такой говорит. Ой, блядь, вчера 6 часов были просто, да? На анбафе. Анбаф мы быстрее убили. Но Славик не вспоминает то, что ему перед ребром говорят, СРС, Славик, дайте ролл. Он такой, в смысле, блядь, в смысле мне ролл кидать, я же мозик снимаю, блядь. Ну, да такое просто ты конченое создание, я тебе отвечаю. Да все, иди нафиг. Я вот солидарен с оратором. Все, теперь заткнитесь, пожалуйста, примите чек и давайте запулим босса. Пойдем в РС-25Р. Дайте интеллект маги. Спасибо, маги. Косина готова? Давай, иди сюда. Ман, успеешь попить? Все, я запустил Лича. Нету рыбы у меня, к сожалению. Спылит Джерион, а пожалуйста, не диспетьте больше ты никто. Старый. Слушайте, на кого ловушка кидается. Я же не просто так, наверное, ты говорю все. Могу ничего не говорить. Но смысл того, что я говорю, вы все равно стоите на месте. Если мы без Реала убьем, будет доп. ЕП. Да. А я помню, как мы в адептах пошли без РК, потому что с РК лагало. Делича, по-моему. Мы все, кроме профа, убили тогда. Мы не профа, по-моему, убили, не? Ну, я и ролил рейд когда-то через объявление. Мы только профа не смогли убить. Там рейд был слабый. Там не то, что РК, там просто не хватало что-то на маги на профи. То красный доползал, то еще какая-то залупа была. То зеленый 4 раза таргеты менял. Нормальная тема. Тут пойдешь без РК, все, ББ. На ребре. Мобов, не кливайте, пожалуйста, дайте их заберу. РДД, ловушка, РДД! Молодцы. Сейчас мизантроп нанеси. Диспел, диспел! Отлично. Надо застанить шаркующего. Да. РДД ловушка. Я промахнулся станом. Станьте в звезду. Милики ловушка, милики. Волшебно, выноси, волшебно. Диспел. Отлично. Вал, милики, ловушка, милики. Пульте лучше на Войда, да и все. РДД ловушка. Как Косина, беги. СПЛ, отлично. Мне нравится этот рейд. Милики, милики! Лича, лича, агро! О боже мой, ревность не прожался. РДД ловушка, РДД. 3%, кокосина, чума. Волшебно, красную каплю на меня. На край. Я умер, молодцы. И волшебно тоже умер, ла, падаем. Да мы можем поднять, поднять можем. Ну давай, хатай, резай, лаш шанса, джей, резай, волшебно. Реснул уже тебя, встай. Отлично, встал, захильте. Диспельте по рейду. Пытаемся, диспельте клену. Сейчас забафаюсь. Угу.
куча стаков, надо будет прожаться сегодня. Красную каплю ему дашь еще. Хорошо. Наверное, сакру прожимай, и то давай. Заберу духа нового. Блять, что вы делаете? Пристабав. Шар-шар. Мы его сделаем еще, не? Забирай дух. Забрал. Я ебал. 44. Дал и то. Ты рано дал, на после не зыблем. Через 10 секунд, о боже мой. Геру. Да, давайте рост. Заберу, все отлично. Те валькиры, расквернения отошли. Духа добейте. Забрал. Чем ты духа забрал? Да все. Бейте духа, милики. Чем вы... О, ну ладно, нормально. Пойдет. Все, все свалились с центра, кроме хилов и трицов, о которых я говорил. Быстрее в рейндж. Осквернение выносим. Бьем только вальс в центре. Вот, бьем круг. Круг и трусы. Круг застанил. Трусы бы застанет еще, конечно. Застанет. Рога, застань трусы. Да забей на. Ладно, все, без. Все, бейте лича. Так. В три хила идете, живите. Осквернение сейчас будет. Разойдитесь в рейндж. Рейндж наберите, рейндж. Милики ушли. Хибискус, все, отлично, стоим звезду. Таны без КД, все великолепно. Я станю трусы, все остальные ретроги, как обычно. Ага, лок, великолепно. Трусы. Застанил. Бейте две вали в центре. Войд, прожмись. Дал каплю Войду. Осквернение через 5 секунд, да, милики. Да, все, да, ушли, да, все да, отлича. Джей, осквернение. Отлично. Лича в центр. Так, сейчас будет сначала валькиры. Встаем все за спину, ключу, звезду. Осквернение будете выносить влево. Влево осквернение. Станы, как обычно. Надеюсь, значит, поможет нам это. Круг. Так, нет, бьем круг. Бейте круг. Круг и трусы бейте. Ромбик отпускайте. Ромбик отпускайте. Круг, трусы бейте. Трусы. Быстрее. Ну, пытку кастуйте в нее. Все, ну, отлично. Да? Бейте лича. Минус 3, одна капля. Так, сейчас будет валькир и осквернение. Встаем все в звезду. Вон, сначала придется... Нет, да, сначала уже ушли на рейндж все. Рейндж. Сначала нет, валькиры. Вальки. Давайте за спину как-нибудь пытайтесь. Так, кто там? Не, не бейте, не бейте. Бейте лича все. Ну там 43, много. Ну, да ромбик, только бейте и все, только ромбик. Ну, хил кружки. Только ромбик, разбейте и все, и бейте дальше. В какой-то метке к хилу летел, в кружке, что ли? В кружке. Ну, в два хила, все, отлично. Кто? Лизнитен, ты улетел? Да. Сейнеры, осквернение, отойдите. Сейнеры на столба, давайте. На край, 40. Быстрее. Беги на край, сам себе говоришь? Так ты рейду говоришь. Сакру дал. Уходите на край. Пурик вон смотрит. Захильте мизантропа. Мизантропа захильте. Так. Клёна есть, БР? Нет, тебя рассол. Клёна, Джейкобе.
Понято. Раньше ловите. Ну чё вы стоите в куче? Два хила, алё, прием. Давайте, Гим, на ману ТТМ ставь. Иннеры столбу. СС, СС, нету СС, молодцы. Почему боль умер? Играй. Инер, Инер. Заберу сейчас одного держу. Давай. Шары, помогите, кто-то Синдину. Виталик, помоги с шарами. Да уже. Боже мой, какой трудный трай. Прости умрет. Прощай, Прости. Захильте Простю сразу в комнате. Щит маны жми. Бегите за звездой, прошу вас, ребята. Тут звезды, караул. Бегите просто. Так, повесил звезду, смотрите, пишите. Стоим, хильтесь, хильтесь. Ну, специально же стою под вас. Все, бежим дальше. Престы, кольцо жмите. Духов и кольцо жмите. Все, стойте тут, дальше не бегите. Нет. Бежим. Маны столбу по КД. Тут стоим, хилимся. Я там миллион курток. Бежим дальше. Вот тут станем и тут хилимся. Щелочка, где ты? А, ты уже покинул тема. Тело, бежим. Дух. Все, тут стоим до конца, не бегите. Сейчас все бьем гневных духов. Или какие эти духи там, бейте их, короче. Мана, быстрее. Дал каплю на бой, да. Им нужен на ману шаман пуст. Дал возложение рук на шамана. Залил. Уходите все, шпшки в центре остались, бейте духов. Ну блин, ну как? Сало. Этот дух на шп пошел уже. Воу. Давайте, бейте духа. Духа, бейте пока что. Да избавиться от него. Прожмись, пожалуйста. БР нету? Mm-mm. Сколько до БР? Полтора минуты. Хорошо, попробуем так, если что, БРнем. Там еще мизантроп на платформе же, идем, его надо звездой начинать. Ну да, БРнем его сначала. Идем за звездой. Войд, от рейда бегай, лови духов. ШПшки, духов бейте, алло, ШП, щипей. Бежим дальше. Все, тут стойте, хильтесь. Дальше не бегите, пожалуйста. Спасибо, что слушаете меня дальше. Бежим, бежим за уголок быстрее. Все, за уголком стоим, хилимся. Все, бежим дальше. Вот тут стоим. Вот тут вот. Дальше идем. Скажите, когда БР откадешится, клёна реснешь мизантропа. Дальше бежим. Мизантроп, реснишь. Кто там еще на платформе? Плюсаните вообще. Лича на край. Я на платформе. О, мизантроп, реснишь боль. Отойдите себе от духов, я хлопну их. Чуть не умер. Меня ресни, руки. Можно лучше рочить тогда. Боль, и еще будет у меня один БР. Так, все, мизантроп, реснишь боль. Снимайте демолока обязательно. Мизантроп реснет боль, а ты реснешь. Так, наверное, Простю ты реснешь. Да, давай Олега лучше, больше дамаги. Ну или Олега. До сих пор первый по ДД. Блин, Сакру слил случайно. Таунти. Таунти, блять. Таунч. Димон, не умирай. Да? Таунти. Так, у нас есть целых 3 минуты. И 30% лича. После комнаты дадите БР. Инна, 30 секунд держусь. Я только так что залил, у него с маной все хорошо. Идем за звездой, братишки. Идем. Вот тут стоим. Все, идем дальше. Там каст прошел. Тут стоим, кастуем. Чешка есть, все отлично. Идем дальше за уголок. Идем дальше. Тут стоим. Я
Я сел по мане уже, Виталий. Идем дальше. Ну, звездопад, дай в комнате, и все, за уголок зашли, стоим тут. В стенку вжались. И по стеночке идем, бежим по стеночке. Все, за углом стоим до конца. От духов уходите, пожалуйста. Блять, тут чуть-чуть не слышал, просрал звездопад. Поднимаю Рочестера, вставай. Кого да, БР? Ты мизантроп, а мизантроп боль. Вон он, перед тобой, впереди лежит Виталий. Ты пытаюсь, значит. Ну, уже 3 секунды. Всё, давай. Дал бафы, столб. Мизантроп маны, дай столбу. Боль подними. Боль лежит возле боль. Портала, под духами. Фу. Так, ты, короче, после... ТПС-ку, конечно, кинул. После комнаты реснешь боль, дадим рост. Идем за звездой. Боже, бомба конченная. Бежим, бежим, бежим. 50 секунд до берсы, если что. Ну, типа фиаско, мне кажется. Ну, попробуем, бежим. У нас есть 3 паладина и 3 таунта. И еще охотник есть. Который может... Идем. Да, и 15% есть. Идем. Там резните демона, пусть он пета призовет и рост дадим сразу. Идем дальше. Мизантроп понял свою задачу? Да, демон он. Лежит прямо возле отлично. Портала. Войд, не умирай, брат. Хильте Войда. Идем за уголок и стоим тут до конца. Все, отлично. Давай, рез и боль. От духов уходите. Ну давай, рез и быстрее. А в жопу его, давай рост уже. Давай рост, да. Ты чё? Берсерк. Ну очень много под берсой. А ну 22%, блядь. Герцогиня, давай в бабл таунте. Сейчас я нормально вёл, уже на мне агро было, блядь. Герцогиня, бабл таунте. Нет. Быстрее, щелочка таунт, умру. Умер. Мизантроп, мизантроп. Блин, ладно. Мизантроп, попробуй поднять. Надо никак на кого поднимать. Не надо, нахуй ВБР потратить. Да нереально это 10% убить под берсой, хоть что не делать. Попробуйте. Рассадитесь просто по разные стороны. Сейчас я там. Я живой, я живой. Идем. Может быть. Может, берса пройдет, да? 30 минут берса, блядь, висит. Идем. Ну, идем, значит, идем, идем. Не выходим с комнаты. Идем. Хилы есть, все есть, не ссыте. Тут стоим. Всем до успокоения. Да, я первый затанчу. Бежим, бежим, убегаем, убегаем. Убегаем. Сейчас, сейчас, сейчас. Че, хилов нет. Похуй на хилов. Столб есть, столб есть. Виталик, дай ему иннер, Виталик. Умоляю. Просто живите, дал сакру, клёна, живи. Все, отлично. Сейчас ты или я сдам еще? Ты, таунти, таунти, ты. Хорошо. Ты умер? Как псих, у тебя реакция, как у моей женщины. Ну, это бред. Бред, бред, там еще 10%. Короче, я предлагаю реально умную вещь. Не дрочиться, сразу поменять всех, кого надо, включая Джерриона. И нормально убить его. Ну, потому что ДПС видно даже на первой фазе, что его не хватает. Ой, ладно, Джерриона, зайди на кого-нибудь. Не только да. Джерриона вопрос, там много, короче, боль. Таких людей. Боль отправим, сейчас возьмем. Я уже в игре, короче, в идеале. О, ну, по идеалам, давай. Хочешь меня, поменяй в идеале. Ну, мне все равно, если вы хотите, я не знаю. Я все сделал, короче. Там и Редрик, и Мак, короче, не очень сильные. Мы всех поменяем. Боль.
выйдет с инста. Не знаю, боль как лока можно поставить, но можно. Его нет, два раза хватали в эти трое. Пусть. Ну не знаю, там минерку 3300 дамажит, но может не надо его менять. Так, я сейчас отойду на секундочку. 3600, Виталий. 3656. Там 4 стака ввалит. 3651. 518 в гневных. Охуенно. Так, все, я тут. Мало кто тогда дамажит. 380 валик. Это примерно. Да. Ну, можете помолчать. Смотрите, я линкану. Стой, хп слинкую. Я и эрдру. Очень важный эрдру у нас. Сейчас черст. Там почти минимум. Пускай все равно он не хилит. Пускай лучше на ДД зайдет, подамажит. Вот и все. Да не, не в этом проблема, он-то на вальках улетел. Вы же отпустились на вальку. Ну вот, видишь, нормально, значит, он хилит. Три хила все захиливается, значит, можно просто вместо хила ДД его взять. Или пускай спекается в ДД. Конечно, три хила все захиливается, когда такая сова, блядь. Ну и почему я конь такой? Почему ты конь такой? Ну да, да все, как... она уже улетела. Ты ж не показал еще. Еще двух ШП, которые его перегнали. Тихо, пожалуйста. Дайте я поменяю рейд, потом будете базарить. Да, ну, так. Экстрема тоже на выход. А, пряник тут. Пряник. Там сюда. Пацаны, которые нормально дамажат, предлагают слот кому-то. А пацаны, которые плохо дамажат, молятся, чтобы их не поменяли. И все это почему? Идем в Европу. Потому что вы собираете рейд с вагонами, а потом эти вагоны на личи думают, вот сука, они гильдия, пидоры какие-то, меняют меня. И кто так думает? Что вы просто пидоры, не? Такой вариант, нет? Никак вообще? Не, никак. Мальчери, он не понял до сих пор, что мы его тоже... Проблема не в этих вагонах, просто вот этот Хатай, пускай на ДД зайдет Джерри, ну все, тут не надо никого менять. И так все убивается, да. Спокойно. Все уже. Хутай, просто зайди на ДД, и они похилят 3 хила. Они могут похилить 3 хила без Хутая. У тебя один лоб просто еще в рейде, поэтому не везет с вальками. Джерри может ДПС... зайти на анхолика, и Хатай может зайти на кого-то. Ну есть анхолик уже. Будет, спекайся в анхолика. Так можно не менять экстрему и боль, оставить их в рейде, они же нормально. Сейчас смотри, как в тот раз убьем, у меня будет просто топ-1 по ДПС. Ладно, давай, предлагай. И мы сейчас еще раз свайпнемся. Ну там ты просто не слышишь Бибопа. А он говорит, Хатай зайдет на ДД не в сову, которая, ну, по ДПСу будет, как сейчас Джеррион, а на нормального ДД. И Джеррион зайдет на нормального ДД, на анхолика. И пряника типа не брать пока в рейд, а оставить на экстрему и боль, пусть дамажит. И мы убьем в этот раз. Вы че, сука? Блять, ну она тебя весь рейд тащила, че ты ноешь? Что ты орёшь? Блядь, так заходи на ДД и дамаж. Все, хватит пиздеть, заходи на ДД. Заявись от этого. А я просто не понял, с кем вы говорите, ребят. Sorry. Оставь, да, приста, короче, оставь приста тут. Короче, простая формула убийства Ильича Джерин. Заходи на нормального ДД, Хатай, офася этим друидом здесь и заходи на нормального ДД.